Катюш, сейчас я познакомлю тебя со своими родителями. Давай сразу договоримся, ты ничего не будешь критиковать. Хорошо, просто получим благословение, и они примут тебя такую, какая ты есть. Хорошо, как тебе мой план? Твой план, как танцы Оли Поляковой. Вряд ли понравится твоим родителям. Вот, вот, я об этом. Держи, пожалуйста, себя в руках, хорошо? Ванечка, ну ты же знаешь, если меня никто ничего не спросит, я буду молчать, как рыба. Хотя молчание не всегда золото. Иногда это признак равнодушия. Катя! Молчу, ну, все, молчу. Все, идем знакомиться. Пришли, пришли. Здравствуйте, мои дорогие. Пап, мам, знакомьтесь, это Катя. Здравствуйте, Катенька, как вы доехали? Ну, если говорить о дорогах... Хорошо, хорошо доехали, прекрасно. Что вы сразу не успели зайти уже, как доехали? Да просто тут устроили. Сразу скажу, мама, прическа у тебя шикарная. Катя меня любит, детей она хочет. А еще она хочет кушать. Ну все, ну мы здоровы, серьезно. Давайте садиться, все. Давайте. Извините, я сейчас. Начальник звонит. Давай. Алло. Да. Катенька, как вам мой борщ? Спасибо. Спасибо, что уточнили, что это борщ. Просто ваш борщ... По составу напоминает мне Верховную Раду. Слишком много всего, но непонятно зачем. И кроме того, весь вкус портит какой-то перец. По статистике, две кометы на орбите встречаются раз в 1654 года. Так вот... Мясо в вашем борще встречается гораздо реже. Если Иисус когда-то превращал воду в вино, то Иуда, судя по всему, превращал воду в ваш борщ. И если рэперы Snoop Dogg и Kanye West соберут все, что у них есть, то травы будет все равно меньше, чем травы в вашей тарелке. Спасибо, у меня все. Браво! Браво! Я 30 лет в браке не мог слова подобрать. А ты так все точно сформулировала. Мне аж добавить нечего. Я, главное, 30 лет пресно, пресно. Дочка, спасибо за правду. А, правду, да? Тогда давай попробуем твою настойку, которую ты пьешь для аппетита. Ну, давай попробуем, давай. Как вам, Катенька? Как в сухую землю. Скажи, скажи. А главное, знаешь что? Что вкус борща перебивает. Так ты ее пил не для аппетита? Ну, конечно, с таким-то борщом. Так, папа, мама, ну не ссорьтесь. Ну, Катенька впервые у нас в гостях. Ну, что она о вас подумает? Ну, что она подумает? Подумает, что вашей паре не хватает баланса. Вчера я пересматривала бой Хабиба с Макгрегором. Так вот, на вашем фоне эти двое выглядят как родные люди. Ах так, Катенька. Знаете что? Вы думаете, только вы можете так изысканно ругаться? Хрен вам. Я 5 лет свободу слова смотрела.
Я тоже могу ответить. Все, 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 пап, мам, Кать, ну не ссорьтесь. Давайте, чтобы разрядить обстановку, послушаем музыку. Давай. Классная музыка, мать, давай потанцуем. Нет, только не танцы, не танцуйте, не надо. Все, не танцуйте. А то она сейчас опять начнет. Ваш танец как микроволновка. Просто кусочки мяса двигаются по кругу. Надо. Ребята, я не поняла, почему вы весь конкурс делаете из меня какую-то злую, сварливую тетку, которая постоянно всех критикует и портит всем праздник? Екатерина, ну потому что кто бы не вышел в танцах с зерками на паркете, вы все равно скажете, вы так делаете пах, как будто вам по. А почему вы считаете, что я такая строгая? Вот тренера Лиги смеха, мои друзья, они наверняка скажут про меня обратное. Екатерина, извините, о каких друзьях вы говорите, а? Об этих? Надя, кисти были вашим самым слабым звеном. Ваши бедра сегодня двигались не так хорошо, ваш танец такой же кислый, как этот лимон. Олечка, ну, о покойниках говорят либо хорошо, либо ничего. Ну, что ты на это скажешь? Ну, я скажу, как говорят у нас в Национальной опере Украины. В любой непонятной ситуации просто танцуй. Ну что, Екатерина, что вы скажете о нашей Лиге смеха? Ой, Ванечка, я уже думала, что вы не спросите. Ну, это ваша лига так называемого смеха. Чистый кайф. О, хорош! С вами была прима Национальной оперы Украины, непревзойденная, честная Екатерина Кухар. Зайка, спасибо. Спасибо, Саня. Кстати, команда Стояновка, станцевали вы сегодня? На троечку. Спасибо.